Сорт острого перца хабанера шоколад. Этот сорт родом из Южной Америки. Вот такие вот красавцы. Этот сорт созревает от зеленого цвета, потом становится темнее, темнее и переходит уже настоящий как шоколад. Потом становится вообще довольно темным. Срок созревания такого перца от 90 до 110 дней. Кустики могут достигать до 80 сантиметров. Ну, у меня этот сорт не превышает больше 60 сантиметров в открытом грунте. Если в теплице, он будет, конечно, достигать и больше. Это интересный и необычный сорт. Острота такого перчика от 300 тысяч до 550 тысяч единиц по шкале Сковеля. Это же чуть больше, чем 500 000. Этот сорт острее, чем красный или желтый хабанера. Вот такие вот красавцы, посмотрите. Очень интересный сорт и довольно продуктивный. Его можно выращивать как в открытом грунте, также можно выращивать и на балконе. На балконе он не будет превышать где-то в пределах 50 сантиметров. Все сорта хабанера не любят частых поливов. Если будете сильно поливать его, у хабанера появится горький привкус, как у полыни. Так что лучше поливать один раз в неделю, полили, и пускай будет немножко земля подсушенная. Так как их выращивают в Мексике, эти сорта не любят сильных поливов. Там погода жаркая. И вот такие вот красавцы. Посмотрите. Видите, какой он весь серебристый. Очень красивый. Такие вот они бывают большего размера. Это если будете выращивать их в теплицах. Если будете выращивать у себя дома, в комнате, в цветочном горшке, они, конечно, будут немножко помельче. Вот такие вот красавцы. Довольно острый сорт. Это перца дымный аромат. Вкус хабанера и с небольшой дымной ноткой. Вот, красота неописуемая. Такой точно сорт вы можете свободно вырастить у себя дома. На подоконнике. Для них нужно будет горшки где-то в пределах 6 литров, 6, 7, 8 литров. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. Всем пока и больших вам урожаев.